Добрый вечер. Ну, рассказывайте, как прошла ваша рыбалка. Открывали сезон, да? Открывали сезон по форели, как вы сегодня целый день жаловались, да? Жаловались на то, что у вас не клюет. А форель не поймали, но... Я смотрю, актив, ну, актив вообще не работает. Паста не работал у нас. Говорят, что работал с другой стороны. Отдохнули? Прекрасно все. Спасибо трем пескарям. Я думаю, что не первый раз, не последний раз. Я думаю, что в следующий раз, наверное, нас будет приедет. Потому что ловить есть где, есть как. Есть и есть что, самое главное. Сами видите. Всего доброго, до скорых встреч, до свидания.